Северодвинский драмтеатр приглашает на спектакли. 20 января в 10:00 «Чиполлино и его друзья. Очень веселая сказка». 21 января в 12:00 «Приключения Бонифация. Инсценировка по мотивам чешской сказки». 18:00 «Зимы не будет. Лирическая история про животных и людей в двух действиях». 22 января в 12:00 «Зимы не будет». 22 января в 18:00 «Жанна. Мелодрама в двух действиях». Справки по телефонам 54-24-90, 58-55-55 и на сайте драмтеатр29.рф. февраля в 17:00 НТЦ «Звездочка» на Ягорах приглашает на спектакль «Ханума». Погрузитесь в незабываемую атмосферу водевиля в двух действиях с ведущими солистами московской оперетты. Справки по телефону 70683, заказ билетов на сайте www.sevntc.ru и в кассе НТЦ. НТЦ «Звездочка» приглашает вас на областной фестиваль-конкурс «Беломорские звезды». Конкурс состоится 12 февраля в 16:00. Гала-концерт 26 февраля в 16:00. Окунитесь в атмосферу музыки, песен и танцев. Справки по телефону 70683. Заказ билетов на сайте www.sevntc.ru и в кассе НТЦ.